В разных школах города разные ученики. Каждый из них имеет свой характер, способности, творческие наклонности. У кого-то есть тяга к гуманитарным наукам, а кто-то больше склонен к физико-математическим дисциплинам. Этого нельзя сказать о девятикласснице 14-й школы Светлане Батманцевой. Девочка развита всесторонне. Я стараюсь учиться на отлично. Хожу, посещаю художественную школу. Люблю танцевать. Мне нравится учиться. Помимо учебы, Света занимается танцами, любит рисовать, а учится этому в художественной школе. Девятиклассница увлекается еще и поэзией. Ее произведения занимают призовые места на поэтических вечерах, проводимых в школе и городских смотрах. За окном смеется лето и бушует по лесам. Теплые потоки света разгулялись по полям. За рекою на пригорке пахнет ягодой лесной. Я сюда бегу на зорьки, травы обдают росой. Ее сверстники и учителя в один голос говорят о том, что у юной кузнечанки нет времени на бессмысленные прогулки по улице. Помимо основных уроков, она посещает еще и дополнительные занятия по различным предметам. А ее классная руководительница Лидия Катюшина считает Светлану незаменимым помощником, опорой во всем образовательном процессе. Девочка обладает огромной работоспособностью. И у нее много очень творческой энергии. Ведь если посмотреть, чем она только не занимается, она пишет стихи, она прекрасно рисует, она прекрасно танцует, она участвует в театральных постановках, она участвует во всех олимпиадах в школе. Ее не приходится просить. Она всегда чем-то занята. Если появляется свободная минута, то девочка с удовольствием пообщается со своими одноклассниками, которые, в свою очередь, любят и уважают ее. Она всегда очень выразительно их читает, очень вдохновенно. Она очень прилежная, старательная ученица, ходит всегда опрятно и очень добрый, хороший человек. Мне приятно с ней общаться. Она всегда очень энергичная, занятая ученица. Всегда участвует в различных конкурсах. То есть она очень разносторонняя. За свои достижения в сфере образования Светлана Батманцева награждена многочисленными грамотами как городского, областного, так и всероссийского уровня. Последней ее победой стало получение сертификата с присвоением звания «Знаток» на российском заочном конкурсе «Шаги в науку», где Света завоевала 3-е место. Кузнечанка в этом конкурсе набрала самый высокий балл – выше 600 очков, накопление которых при участии в дальнейших подобных мероприятиях позволит Светлане без особых проблем поступить в высшие учебные заведения Москвы. Каждый из нас уникален, каждый талантлив, каждый может раскрывать этот талант, использовать на благо общества и получать от этого удовольствие.